Стала доступна новая инсайдерская сборка Windows 10 под номером 17046 от нашей любимой компании Microsoft. Давайте взглянем, что она нам привнесла. Обновился браузер Edge. У браузера наконец-таки появилась функция автоматического заполнения адресных форм. То, что для нас является обыденностью, то у Edge появляется только сейчас. В Folk Retros Update добавили полноэкранный режим на кнопку F11, а в Redstone 4 автоматическое заполнение форм. Идем прям семимильными шагами. Также для чтения книг в формате EPUB добавили возможность регулировки межстрочного расстояния. Обновился меню «Пуск». Добавили к плиткам контекстное меню, возможность сразу же отправить отзыв, поделиться приложением, а также быстро его настроить при переходе в пункт настройки. Подобная возможность есть не у всех приложений. Были обновлены эмоджи, добавлены новые эмодзи, как это правильно произносится, а также расширена поддержка этих самых эмоджи в других странах, в том числе и в России. Также я заметил, что на сенсорной клавиатуре при выборе эмоджи также заметны элементы Fluent Design. Еще были обновлены раскладки индийских и эфиопских клавиатур. В прошлой сборке, если вы не заметили, была обновлена Cortana, которая теперь более нагляднее выглядит. Правда, чтобы ее включить, придется править реестр. Также время от времени мелькают скриншоты запущенной функции Timeline, но ее опять не включили в эту сборку. Возможно, какие-то энтузиасты смогут ее запустить в 46-й сборке. Еще Microsoft готовит возможность делать вкладки в UWP-приложениях. Хотя подобные слухи ходят уже давно, но тем не менее они до сих пор не затихают, и видно, реально что-то готовится. Также при помощи магазина Microsoft позволит загружать шрифты и языковые пакеты. Не знаю почему, но вспомнил стих про Бородино, где смешались кучу кони, люди, и теперь не поймешь, это вообще магазин или сервис для скачивания всего чего угодно. Microsoft Store уже больше напоминает файлообменник, нежели магазин. Не надо так. Также в Redstone 4 были исправлены проблемы с DirectX 12, устранены проблемы с 10 и 12-битными матрицами и исправлено отображение курсора в Microsoft Excel 2016. В общем, это были все изменения сборки 17046.